Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и игра под названием Гандон. И да, я не матюгнулся, так игра называется. Гандоне. Вот. Игра как бы про какой-то вестерн. Не знаю, вестерн, не вестерн. Короче, про дуэли. Про дуэли. Будем тип ковбоя. Вот. Стрелять друг друга на время. Я так понял. Вот. Допустим, ладно. Погнали. Русский язык и... Вот, видите, Гандоне. Гандоне. Играем в Гандоне. Так. Где плей? Рекорд у нас еще. Давайте. О! Игра, герой. Можно героя смотреть, оружие. Один на один, турнир. Всякие турниры, смотрите даже. А что у нас из героев есть? Герои. Так. Героев нам не выбрать. А, вот выбор. Мексиканец есть. Красная бандана. Бородач. Йосемити. Жданга. Жданга. Одинокий Жданга. Джаред. Соло. Зоро. Бассейн. Алударк. Хью Каприо. Хью Каприо есть. Щульц. Прочный змей. Кридо. Хельсинг. Ист Клинтфуд. Ист Клинтфуд. Это вообще четко, надо запомнить. Строук, Экстреминатор, Дэнди, Спайк. Вы смотрите, сколько здесь героев. Сколько здесь героев. Очень, очень, очень много. Так, какие-то открыты. Какие-то у нас открыты еще. Тыковка. Тыковка открыта. Смотрите, это, видимо, женская тыква женского рода, да? Тыква, в принципе, она моя, она и так женского рода. Вот. Скелетанец. Скелетанец. Гниль. Какой-то у нас игра в Дракула. Гниль. Дед Мороз. Смотрите, Санта. 2017. Похититель. Похититель это Гринч. Да? Братюни. Братюня. Рудольф. Олень Рудольф. Снежок. Окей. Это покупать. Это покупать можно, да? Выбор покупать. Ладно, допустим. Давайте будем ковбоем. Будем ковбоем. Погнали. Ковбоем оружие. Что у нас с оружием есть? Оружие, выбор. Оружие побеждай в дуэлях, чтобы получить оружие. Оружие не работает. Нет у нас никакого оружия. Фоны. Каньон. Гора. Мир 3. Чудный. 17. What the fuck. Бу. Снег. Отлично. О, снег. Нет. Давайте, я хочу каньон. Я хочу быть ковбоем в каньоне. Бонусы. У нас есть бонусы. Бонус купи. 5G. 5G. Какие-то штуки. Понятно. Короче, всякая такая шалупень здесь. Ну что, давайте попробуем игра. Игра. Это наша первая встреча, путник. Когда стрелка часов пропадет, 12... пробьет 12, я нажму на курок. Окей. Я тебя понял. Давай-ка. Когда это случится, я буду быстрее. Давайте. Быстрый и мертвый. Нажми на ЛКМ, когда стрелка часов окажется на 12, чтобы выстрелить. Погнали. Я лучший. Еще раз. Почему ты пялишься на меня? Никогда не видел черного парня в костюме. Ну, почему? Я видел черного парня в костюме, допустим, люди в черном, да? Нажимай, понятно. Двигать пулю в сторону врага и победить в сторону врага. Нихера себе, даже так? Тут даже разные штучки, всякие дрючки. 2G. 2G мы получили, или что это 2G? Непонятно. Я устал побеждать, не оставляя шансов противникам. Попробуй себя в дуэлях. Окей. О, черт. Это кто такой? Какой-то супермен, да? Какой-то супергерой. Очисти линию огня от комаров, когда часы пробьют 12. Погоди, не понял. Погоди, ты меня не видишь. А я тебя вижу, ковбой. Я использую не только глаза, но и уши, бородач. Нажми, когда услышишь звук хода стрелки или напрягай зрение.
Так что ли? Ну, в принципе, не так темно. В принципе, не так темно было. Я видел стрелку и звук часов слышал. Вот твоя награда за победу. Мне дали магнит. Дали магнит. Это все, что я заслуживаю. Магнит. Алоха, амиго. Часы сломались, поэтому мы будем сходиться. Не отступись, мексиканец. Нажми левую кнопку, когда противник выхватит пистолет, чтобы выстрелить первым. Фальстарт. Еще одна атака раньше времени, ты проиграешь. Окей. А чё? Этот козел, смотрите, он хитрый, блин. Хитрый. Очки надень их, чтобы видеть оставшиеся до выстрела шаги. Бурито, бурито. Поражение. Вы аннулировали за... Да какого хера? Какого хера? Было ноль. Ноль шагов. Ноль шагов, а я... Почему? Ладно, допустим. Окей. Часы использую их, чтобы замедлить реакцию противника. Ладно. It's high noon. It's high noon. Нас послали куда-то в какой-то high noon. Нас только что послали. Я не понял. Я не понял, если честно, что делать. Не понял. Так, я выжил, и я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву. Ты пришел не туда. Нажми левую кнопку после того, как выстрелит враг. Пока он перезаряжает оружие, стреляйте. Нихера себе, он даже не перезаряжался. В смысле? Он кинул сразу палку и начал палить в меня. Окей. Лампа, использую ее, чтобы развеять тьму. Свет, выключите свет. Ну вот на таких вот моментах, на таких дуэлях, я нормально, да? Я прям быстрый, самый быстрый здесь ковбой, но... Всякие штуки, когда нужно сделать, я не успеваю или что-то не понимаю. Так, комар, используй его, чтобы немного отвлечь противника. Давай. Я стал слишком силен. Ое! О, да, детка, я это сделал. Я это сделал. Лучше не делай резких движений, позволь говорить мне. Ты вправду дантист? Дантист! Это же с какого-то фильма, да, по-моему, дантист? Какой-то вестерн был там, ковбой был дантист. Не помню. Если кто помнит, пишите в комментах. Так, нажми левую кнопку, чтобы замедлить прицелы, или отпусти, чтобы ускорить. Прицел должны сойтись сразу после того, как часы пробьют 12. О, да, все четко получилось. Она мы прирожденный Клинт, как там Клинт Ист, нет, Ист Клинтвуд, да? Книга из уважения к вашей начитанности. Шульц выстрелит чуть позже. В немецкой легенде всегда есть какая-нибудь гора. Горбатая. Горбатая гора. Не, вот на этот раз не вышло, на этот раз не получилось. Не получилось у меня что-то сделать. Погнали, очки, надень их, чтобы видеть оставшиеся. Понятно, я понял. Эль Диабло! Эль Амиго! 4. Фальстраст! Фальстарт опять! Давай еще раз. Ты узнаешь, что такое боль. Доставай пистолет, доставай. Ой, да, детка. На этот раз все вышло четенько. Окей, давай погнали. Никто не говорил, что будет легко. Но никто не говорил, что будет настолько сложно. Нажми левую кнопку 3 раза за один круг, когда прицел попадет на синюю тень. Неплохо. Неплохо, это нормально. Так, уничтожить. Это терминатор, да, это или как там? Трансформатор. Трансформатор, как его назвали? Как он там назывался? Иди нафиг. Пошёл нафиг. С Новым годом. Нажми на пулю с цифрой, которую покажут часы после 12. Ну, стример не тупой. Ладно.
В следующий раз попробуем. Часы, используя их, чтобы замедлить реакцию противника. Ты не готов. Вот эту фишку я не понимаю. Я типа, вот я нажал на часы, и я их использовал сразу, да, получается? И этот стоял, думал, стрелять или не стрелять. Вот в чем вопрос. Так, амулет, он позволяет двигать пулю сильнее обычного. Давай-ка. Слушай своего хозяина, белый парень. Хозяина, ты чё? Ты не припух, слышь? Ты не припух, человек в костюме? Давай, сейчас я тебя... Но этому мне не занимать. В этом я мастер. Окей, давай. Гаечный ключ, используй его, чтобы замедлить скорость вращения прицела. Перед тобой Уоррен, мерзкий лорд отвратительной восьмерки. Ничего себе. Окей. Ах ты падла, я промазал что ли? Ладно. Йо-хо-хо, хватит тормозить, да начнется дуэль. Какой-то пират. Я дам тебе время подумать. Уворачивайся и выбирай место выстрела, когда часы пробьют 12. Будь внимателен к подсказкам и не тормози. В смысле уворачиваться? Я могу управлять, двигаться? Меня все-таки убили. Все-таки не туда. Не туда я нажал, не туда я пошел. Микрочип, используй его, чтобы противник затормозил. Нападай, разрушай. Какой-то эстонский, знаете, эстонский робот. 6! Отлично. Бубен вызывает непогоду. Непогода вызывает осечки оружия противника. И йо-хо-хо, 12 лучше, чем 6. В смысле? 12 лучше, чем 6. А, вот так? А что меня никто не предупреждал, что здесь появятся прицелы, что мне надо будет по прицелам стрелять? Флажок использует его, чтобы отметить место выстрела. Ты не видел здесь Оскара? Оскара? Это что, это типа Ди Каприо, что ли? Типа выживший? Я с флажком не понял. Я фишку с флажком не понял. Погоди. Эль Диабло. Даже без отсчета шагов я все четко сделал. Я просто супер ковбой. Бубен вызывает непогоду. Понятно, непогода. Йо-хо-хо, лучше чем 6. Вот это что за фишка, лучше чем 6. Ну это фигня. Вот твоя награда за победу, герой. Очки мне дали. Берем очки, пока не дали. Трусливые умирают 1000 раз, храбрец же лишь однажды. Твой день настал. Это смерть? Это смерть. Успокойся, жнец. А, жнец. Какой-то жнец. Жнец. По-моему, игра, да, была какая-то тоже там смерть, жнец какой-то там. Стреляй в тот момент, когда жнец теряет прозрачность. А, нихера себе. И достала меня смерть. Окей, надеюсь, в следующий раз твои друзья пришлют человека мужественный. Абсолютли. Когда стрелка часов окажется на 12, определите, под какой шляпой пуля. Так, оп. Вот здесь. Я угадал. У меня глаз алмаз. Я за всем наблюдаю, за всеми смотрю. Флажок, используя его, чтобы отметить место выстрела. Понятно. Вот это. Я ищу убийцу своего сына. Мне кажется, ты причастен. Фальстарт. В смысле фальстарт? Я ищу убийцу. Я не понимаю с флажком. В смысле? Ну, флажок вот стоит. В смысле? А как? Чё мне делать-то? Тяжело ничего не делать, если рядом всегда есть кто-то, кого можно убить. Ты сейчас говоришь явно не обо мне. Нажимая левую кнопку, когда стрелка часов окажется... Так что первым добежать до пули? А, смотрите, здесь разновидности, да, дуэли столько много вообще.
Микрочип использует его, чтобы противник затормозил. Огонь. Батарея. Огонь. Три. Отлично. Очки надень их, чтобы видеть оставшиеся до выстрела шаги. Это мы знаем. Ты узнаешь, что такое боль. Да знаю я, что такое боль. С этим нет проблем. Йо-хо-хо, 12 лучше, чем 6. Воу-воу-воу-воу. Ха-ха, воу. Есть, отлично. Это было сейчас жестко. Это было сейчас прям опасно, блин. Ты не видел здесь Оскара? Понятно, не видел здесь Оскара. Ты, по-моему, пропил его. А вот эта фишка в чем? Блин, я счет потерял. Джокер, использую его, чтобы упростить себе задачу. Всегда должна быть шляпа. Шляпа всегда есть. Так, оп, вот здесь. Гаечный ключ использую его, чтобы замедлить скорость вращения прицела. Я прострелю твои шары. О, мои шары святое, слышь, не трогай мои шары, ладно? Так, окей. 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 Так, 1305. 1305, давай еще раз попробуем. А, счастливого праздника зимнего покрова. А вот здесь что делать? А, ну просто, просто дуэль. Окей, смотри, 2 114. Давай посмотрим, может мы что-то можем купить. Победа 3, 3 победы всего у нас. Погоди, давай, может, купим какого-нибудь другого персонажа. Выбор. Красная бандана. Победи его 3-6 раз. А, можно так, да? Можем побеждать 3-6 раз. Окей. А где у нас открытые? Турнир или 600G? Steam. Огонек. Даже так. Окей, ладно. Допустим. Допустим, я это все понял. Побеждаю только, чтобы получить оружие. Новое оружие у нас не появляется. У нас только такое оружие. Турниры 1-1. Честно, чем больше побед в турнире, тем больше наград, чтобы начать, нужно заплатить 25G. А у нас нет. Награды за 3 победы бонус, 6 монет, оружие, герой за 12 побед. Угу. У нас 22. У нас 22. Окей. 22. 20... Это G, это 22 победы получается, да? Камар, используй его, чтобы... Понятно. Я стал слишком силен. Так, погнали. Фальстарт, а! Фу, отлично, успел! Успел! Амулет, он позволяет двигать пулю сильнее обычного. Понятно. Слушай своего хозяина, белый парень. Я сейчас тебе покажу хозяина, слышь? Отлично. Отлично! Вот твоя награда за победу, часы. Часы. Лампа, использую ее, чтобы развеять тьму. А мои глаза. А твои глаза. Все четко. 26G. Вот твоя победа, герой. Так, 26 есть на турнир. Окей. Окей, друзья. Окей. Давайте на этом закончим. Вот. В турнирчик можно будет поиграть, кстати, ну, в другой раз. Вот. Я думаю, видосик по этой игре еще запущу. Вроде неплохая. Можно поугарать, можно, можно подзалипать. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ставим дизлайки, если не понравилось. Все равно пишем отзывы и мнения об игре. Вот. Мнения о видео. И с вами был Варель. Короче, вы поняли. Всем пока.